В администрации Волжского прошло очередное заседание рабочей группы постоянной комиссии по увеличению доходной части бюджета городского округа. Это весьма эффективный способ воздействия на нарушителей законодательства. Только за текущие 11 месяцев было взыскано с неплательщиков порядка 52 миллионов рублей. Представители администрации Волжского налоговой инспекции, пенсионного фонда, лидеры профсоюзного движения, судебные приставы. Всего более 10 специалистов входят в состав постоянной комиссии, которая разбирается, почему та или иная организация не платит налоги. Только одно приглашение на заседание комиссии является для многих предпринимателей-должников действенной мерой. На встречу они приходят зачастую с уже положительным результатом по неплатежам. Как, например, директор одной из фирм Волжского. По его заверению, большая часть налогов уже заплатил. Когда мы вас пригласили на комиссию, вы изыскали, да, возможно? Естественно, я не изыскал. Я пришел с документом, показав, что вот у меня вручено уведомление. Я не по своей воле заплатил. То есть вот как бы вот такая картина. Я говорю, я завишу все только от управляющей компании. Мы вам были действительно деньги, которые вы проплатили? Ну, естественно. В последнее время все чаще на комиссию вызывают предпринимателей, чьи сотрудники официально получают зарплату ниже установленного в регионе минимального размера. Сегодня он в Волгоградской области составляет почти 9 500 рублей. Тем не менее, в Волжском есть фирмы, где за труд по документам платят не больше 6-7 тысяч. Возможно, что это выплата, применение каких-то конвертных схем, да, выплата заработной платы в конвертах. Прежде всего, это затрагивает их пенсионные, да, права. В конечном итоге права работников. Ну и, конечно, от этого страдает местный бюджет и, в принципе, в целом бюджет Волгоградской области, потому что налог на доход физических лиц, который перечисляется, да, у нас заработная плата, он подлежит зачислению как в местный бюджет, то есть в бюджет нашего города Волжского, так и в бюджет областной. Долги по налоговым отчислениям и зарплаты в конвертах приводят к тому, что городской и областной бюджеты недополучают миллионы рублей. Такой способ воздействия на должников, как вызов на публичную комиссию, является достаточно эффективным. Только за 11 месяцев текущего года в бюджетные и внебюджетные фонды Волжского с неплательщиков было взыскано порядка 52 миллионов рублей. Ирина Горшенина, Олег Журавский, телекомпания «Актуба».